Дорогие друзья, сейчас я научу вас, как делать корзинку из пластиковых бутылок. Эта корзинка сделана из обычных пластиковых бутылок. Чтобы сделать такую, нам понадобится пластиковые бутылки коричневого, зеленого и белого цвета, картон, ненужные старые бусинки, леска с иголкой, художественная акриловая краска и термопистолет. Сначала обрезаем у бутылки горлышко и дно. Из середины бутылки вырезаем длинные полосочки одинакового размера. Каждую полосочку нужно согнуть пополам. Теперь каждую половинку этой полосочки сгибаем еще раз пополам. У нас должны получиться вот такие заготовки для нашей корзинки. Теперь соединяем эти заготовки между собой. У вас должна получиться вот такая ленточка. Размер ленточки у каждого будет свой. Все зависит от того, какая по размеру будет у вас корзинка. Соединяем ряды корзинки между собой леской. Дно вырезаем из картона и клеим его на термопистолет. Ну вот, так будет выглядеть почти готовая корзинка. Осталось ее украсить по вашему усмотрению и желанию. Я буду делать цветочки из пластиковых бутылок и украшать ими корзинку. Берем прозрачную бутылку и рисуем на ней цветочки разного размера и диаметра. И вырезаем их. Плавим над свечой, чтобы они выглядели более красивее. Красим наши цветочки в нужный вам цвет и приклеиваем к ним бусинки термопистолетом. Вырезаем из зеленой бутылки листики. Плавим над свечой и клеим их к корзинке. Когда краска у цветочков подсохнет, берем и приклеиваем их термопистолетом к корзинке. Ну вот, наверное, и все. Корзинка стала красивее и лучше. Жду ваших вопросов и отзывов. Спасибо, что вы были со мной.